Добрый день, мои уважаемые друзья! 7 января, Рождество Христово. Это момент радости, чуда и неповторимого счастья. Лица снимаешь? Да, рождественский стол. Конечно, да. Киска тут у нас, киска такая красивая. Покажись. Да, какая хорошая ты. Хорошая киска. Ложку принеси. С яблоком. Маленькая, а это вот на этой маленькая, большой. Да. И с большую. Внутри тоже там. Маленькие есть. Всякие вкусняшки. Это сметана. К Рождеству настряпали. Едение. Куда? Не знаю, куда нам. Да. Куда-нибудь, да. В облепиху. Шарлотка. Шарлотка? Не, я знаю, типа что... шарлотки, но там как получится. Да маленькая, да. Она что туда убегает? Да. Так она уже она ищет место. Она показывает всем, что там рожает. Да, она ей скоро, видишь, скоро она уже на снастях. Скоро. Что-то она так готовится, как-то она раньше. Что там? На крещение. Хочет показывать, что да? Там? Все, кипяточек вскипел. Кто черненький, кто зелененький. Садись, Андрюш. Покажи. Ну, давай показ. Это вот она так залезла, да. В сумку. Она, видишь, ищет где лежать. Эти сушки. Да, вот такой прям вот. Прям вкуснятина. А это эти трамплины. Трамплины. Они классические, а-а-а. Без сахара. Вот этот чай. Может, сейчас просто не перейти. Лен, тебя не кусала, ничего? Ну, так, маленько. Как у нее настроение будет, так она... Просто у нее гормоны играют, наверное. Не, по характеру, они же... Ну, я прилягу вот здесь, она ко мне лезет, чтобы я ее гладила. А только вот увидеть, что я рукой там махнула. Да, вот так. Все, пошла в свою коробочку. Все, вернее, в сумочку она в свою. У нее там как норка. Она нашла себе место. И всех зовет, приглашает. Смотрите. Умничка. Гостеприимная. Угу. Так, хозяева уехали, меня так уже, да. По сумкам все. Приходится в сумке жить. Когда тебя смотрит, смотри, так когда тебя смотрит, что смешного. Ну, живу в сумке и живу, да. Никому не мешаю. Это такой взгляд. Не до смеха, наверное. Сами скажи, поживите в сумке, да? Наверное, как они знают друг друга. Да, да, кто давай. Шипит сейчас? Она? Она уж его не помнит. Она так сидит, уши так это. Киса. Взгляд серьезный. Киса. Вообще, когда же она успела забыть его? Киса. Интересно. Все, мой тут дом, да? Моя Киса. Там сумка. Киса. Молодец какая. А кто рычит? Она рычит? Да. Киса. Ну так вот. Скажи, раз ты меня не узнаешь, я тоже тогда. Алименты платить не хочешь, но... Киса, иди сюда. Киса. Понюхал и как будто не узнал. Да, как будто я знать не знаю. Все. Скажи, я пошла. Чего ты? Иди сюда, киса. Ну? Да скажи, делает лицо такое, что не узнает. Что за дела? Она обижается на него. Я теперь животом некрасивая, скажи, конечно. Она садится, она вот садится. Киса. Ну иди. Черныш, иди сюда, иди. Не Черныш. Надо, она же может и поддать ему. Ну просто защищает. Но ему-то хочется подойти к ней, ему-то хочется. Киса. Она сейчас свой живот защищает, у нее тут еще. Угу. Ей киса. Сейчас не до кисы. Только подрос. Слышь, предупреждает. Ага, посмотри, она ревнует. Видишь? Ей не ревнует, она предупреждает его, что не подходи близко. Так, видишь, Андрей гладит ее, его вернее. А она? А ей же тоже хочется, чтобы ее погладили. Ну давай я тебя поглажу. Не надо, то надо.
Я маленькая. Тебя поглажу. Давай, иди сюда. Иди, я поглажу тебя. Иди. Она боится. Хвостик не трогай, хвостик. Не, иди сюда. Кс, кс, кс. Она на него шипит, видишь, что? Ага, правда, слушай. Посмотри-ка. Она его не подпускает вообще никак. Ну, у нее сейчас потомство защищать, видите, у нее главное. Сейчас подойдет по морде, даст ему еще. Да нет. Она может и врезать, не надо. Не подталкивайте. Нет. Муж и жена. А, да. Отец моих. Где ты был, отец? Он все бегает, бегает по затубареткам. Опа! Я же орешки говорю. Защищается, да? Ну, видишь, как она. Она сама себя, своих котят защищает, видишь? От отца. Да, от отца, да. Он ошарашен. А он-то понять ничего не может. Скажет. Вот так тебе. Куда вам? Не соседский котов. Это породистая кошка. Не надо, их пускай. Никто ничего не... Да ее злить не надо сейчас. Ну, конечно, она нервничает. Да. Чтобы она спокойная была. Конечно. Хотя я сейчас его уберу. Давай, убери его, пускай. Да? Давай. Черныша. Все. На улицу черныша. Я вот его пальчика понесла. Да, а то обижают, обижают папу. Все, она успокоится, уже нормально. Все, она сейчас успокоится. Да, девочку, скажи. Ну, хорошая. Чуть, скажи, сумку не утащила. Наверное, котята будут. Наверное, он зайдет. Все, все, все. Надо потрясти, может быть. Это что такое, Анжелика, у тебя? Это желание. А, желание. Ну-ка, ну-ка. Потрясти, может быть. А все нормально, тарелочку вытащим, вытащим. Ну, принеси, да вытащим, вытащим. Вот так, лучше переверни и все. Потому что тяжело. Вытаскивай. Давай. Красивая такая, это у тебя прям вообще. Волшебные желания. Держи. Ой, классно. Так. Давай, так, бутылочка. Бери. С желанием. Да. Да. Сегодня Рождество, все желания сбываются. Вот сейчас Лена придет, надо было это... Ну, сейчас мы едем. А мы оставим Лене, оставим. Я уже постоянно... Это смотри, это что? Волшебное предсказание от кролика. О! Что читаем, да? Да, давайте. Читаем, читай, ну-ка, Андрей. Ура, ура! Кролик фокус исполнит, деньгами кошелек наполнит. Хорошо. Кроликам мне крупно повезло, подарит любовь, уют и тепло. Здорово, класс. Любовь подарит. Вот так вот. Ну-ка, Игорь. Кролик исполнит, да? Да. Заветное желание и подарит процветание. О, Лена, что у тебя? А у меня... Вас ждет удача в важном деле. Прогресса ждите уже в апреле. О, классно. Фундамент зальете. Анжелика, читай свои. А я уж, ну давай. Да, конечно. Вы уже прочитали уже? С шустрым кроликом весь год карьера на взлет. О, классно. Ну, так, ну-ка, у меня, так, я не вижу, скучать вам не придется зря, появятся в год кролика новые друзья. Ну, это точно про тебя. Конечно. Сейчас ждем Лену, ждем Лену. Все здорово. Здравствуйте, здравствуйте, кого не видела, с Рождеством. С Рождеством, с Рождеством всех. Да, я еще не знаю, что все, когда с голыми руками идти, нет, а что все, ну что можно наелись, ну зачем вот это вот, зачем? Луна, а где? А Андрей-то где потерялся? Он же встречать пошел. А, раздеваться, раздеваться пошел, понятно. Муж объелся, какая. Типа, где ты был раньше? Она уже вот такая. Про жену, да? А где же желание? Где же желание? Для Лены желание. Для которой Лены? А, с Лен-то куча. Лен куча, да. Кстати, три Лены у нас здесь. А, Андрей, да, загадывай. Ему же надо загадывать. Да, да, между... А, Лена, ну, а да. Это что такое? Это желание, это желание. На Рождество. Да. Читай. Мне прям что-то подарить. Читать вслух. Да, конечно. Да, вдруг тут уже что-то совпало. Такое. Отличное, все доброе. Давайте почитаем, не видно, наверное, без очков. Давайте прочитаем. Подарит кролик озорной,
в новом году доход большой. Вот. О, ну это неплохо. Никому доход не повредит, всем хорошо. Так, теперь ты тяни. По новой. Ну, а ты тяну? Да. А можно? Я второй раз. Мне же тоже деньги пообещал. Читай, бери. А там всем, наверное, деньги, да? Или как? И я возьму, давай. Ну ладно, еще раз попробуем. Бери с месяцем, Лена. Нет, ни одного хватит. Кролик исполнит заветное желание и подарит процветание. Ну, аналогично. Ну, тоже хорошо, тоже неплохо. Скучать вам не придется. Да, появится в год кролика новые друзья тоже. Вот. Как у Ларисы. Это как у меня, да. Ну, хорошее пожелание. Хорошо, да. Да у Ларисы, наверное, круглый год. В каждом году. Вот это вот новые друзья. Полстраны, наверное. Точно. Пропустила. Даже не только полстраны. И так не только, да, и здесь. Мне тоже кролик, да. Фокус исполнит, деньгами кошелек наполнит. О, ну, как вот. У меня. Отлично. Такой добрый кролик прям. Отлично. Наконец-то. Что-то один раз в году-то, да? Ну что же такое? Ну тут многообещающее. Целый год прям. Но. Любит так Андрея, да? Покусала, поцарапала, опять пришла. Погладь. Андрей, я твоя, ну это она говорит, я твоя навеки. Я с ним разговариваю. Пойми этих женщин, не так трогаешь. Трогай вот так, как надо. Да. Она сама сядет и это. Непонятно, вот не поймешь. Да, она то нравится, то не нравится. Ну, такой у нее гормональный сбой. Ну же, это что женщина, то ж не поймешь. Ну, конечно. То гладь, то что ты так гладишь. То надоело. А теперь другую сторону. Да. Вот и так не лечь. Ну все, выходим. Выходим. За вкусный стол сладкий. Чтоб жизнь такая была сладкая. Ой, как темно на улице там. Чтоб всегда в доме было тепло, ну, да. Комфортно, уютно. Здоровье было всегда с вами. Чтоб ни в чем не нуждалась, да. В хорошем настроении, в общем, изобилие было. Друзей, добрым финансов, вот, да, это хорошо. Эмоций спокойных. Да. Ну все, пока-пока. Всем до свидания, всем до свидания. С Рождеством Христовым всех. Спасибо. Всего доброго. Всем всего доброго. Быть, конечно, добру. Все, на меня света не хватило. Электричество кончилось.